Друзья, всем привет! У меня пошла атака. Вот. Ору бесполезно. Решил заснять хотя бы. Это помесь линоканца. Один оставил для того, чтобы молодежь поднять. Зимой хорошо летает высоко. Вон погоня. Делаем вот эти штучки пока. Вот, забурили, поставили. Вот так вот ушел. Неудачно у него все вышло. Вот. Начали делать. Свет провели. Все сделали. Теперь у меня тут то, что надо. Вот помощник есть здесь. Остается уже. Выручалочка уже у меня есть. Так что вдвоем. Тут строим, сейчас буду здесь внутри вот чистим. Сейчас буду здесь большой такой вольер делать. Вот. Вот так прям вот. Вот вон где вот эта машина стоит, вот этот палк. До туда один большой вольер будет. Вот. Но пока не буду говорить, у меня есть сюрприз для вас. Вот. Скажу вольер, для чего я делаю. Так что. Пока так. Ждем момента, пока доделаю, потом засниму. Как-то так. Ну что, давай сделаем тогда. Еще один ряд хочу. Вот эту вторую полосу сделать сюда. Чтобы два было. И все уже закончится этим. Напишите в комментариях, не сильно высоко первый получился. Второй вот на уровне этого будет такой же длины. И все. Отойти сбоку снимать. Так, 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 так. Посадка сбоку красивая будет. А потом видно будет, как они играют, куда потянули. Умница, с первого раза. Ну, уже ли сядет с первого раза?
Все, молодец. Иноканцев гонять, только портить их. Ну вот такой момент, короче. Пусть летает. Я пойду дела делать. И потом засниму еще и что. Будет интересно. Линоканских самцов выпустил. Я уже отделил, друзья. Тут у меня немножко уборка, пристройка новая. Я же говорил, у меня новые новости есть. Пока вот этот слева отсек, который есть, не буду показывать. Оттуда убрал голубей, привез других. Но пока здесь отсек не построю, нормальный, большой, красивый, я не буду показывать этих голубей. Так что пока любуемся линоканцами. Скоро будут у нас другая линия на показ. Пока ждем. Покушают, пойдут к себе. Так, к этому времени надо самок еще покормить. Эй! Эй, самец запрыгнул. Хитрожопый, а? Так, у вас как дела? Ладно, вас потом. Сейчас самки покушаю.
Ой! Опять не смог. Не попал, как говорится. Ну ладно, самое главное, что не убежало, это из новых привезенных. Это из новых. Выскочил. Главное, что на улице не уходит. Вернулся. Так, что вам, друзья? Эй! Собака бегает, и они боятся. Ладно, сейчас пока не стемнело, надо всех покормить, друзья. Пойду я.